кто? А вот из Ленга, а кто? Следующий наш участник, очень серьезный молодой человек, он в бутах, в футболке Пехкасумы, ты болеешь за Пехкасумы? Молодец, бери мяч. Как тебя зовут? Данила, первая попытка пробная. Два раза, по разогреву. Ну давай, хорошо. Шесть раз, Данила. И последний наш участник, как его зовут? Денис, знаете, спинцом, пожалуйста, сюда к этой трибуне. И первая попытка, пробная. 3,5 пробных раза. А теперь на счет. 4 раза аплодисменты. Аплодисменты. Итак, все участники сделали то, что они должны были сделать. И мы просим призы от наших партнеров. Оставайтесь, пожалуйста, здесь на месте. Призы от наших партнеров в магазине «Комсервиса Лилей» и генерального спонсора профессиональной футбольной лиги компании «Фафбэр». Поднимите вверх призы, чтобы все видели, что призы получили все. И нужно, давайте крикнем в микрофон. Я люблю Пехкасумы. Давайте, все сюда, дружненько. 3, 4. Молодцы, аплодисменты участникам. Поддержите их. А я хочу обратиться к зрителям. Зрители, все сегодня присутствующие здесь. Как ваше настроение? Как ваше настроение? Покажите, пожалуйста. Подайте свои голоса. Подайте вы за нашу команду. А какая трибуна болеет сильнее? Красная? Или желтая? Или оранжевая? Или синяя? А теперь давайте все вместе поддержим наш любимый Пехкасумы! Ну что ж, молодцы, приблизились к концу. Хорошего вам просмотра и победы нашей команде!